В обычном стандартном корпусном шкафу обычно есть ящики. Ящики служат для того, чтобы вещи помещались в ящик. Соответственно, обычно эти ящики сделаны из ламината. Ламинат, как вы знаете, это искусственно созданная древесина. Она склеена клеем. Она токсична, потому что насыщена клеем. Соответственно, ящик эльфа, он вентилирует воздух, и все, что находится внутри, оно дышит. Несмотря на это, оно находится как в ящике. Я занимаюсь эльфа больше 12 лет. Меня зовут Евгений, директор компании Эльфа Мэблс. Рекомендую купить шкафы Эльфа шведского производства. Обдуманное решение. Инвестиция в будущее. Покупайте шкафы Эльфа.